Министр юстиции Елена Лукаш считает незаконными решения местных советов о запрете политических партий. Лукаш заявила, такие решения принимали как местные советы, так и самопровозглашенные органы, в частности, так называемые народные советы. А запретить деятельность партий можно только в судебном порядке. Политические партии являются главным институтом политической системы гражданского общества. Они равные между собой решения о запрете деятельности политических партий, принятые вне судебного разбирательства, не могут иметь никакой юридической силы и не признаются демократическим обществом. Эти решения вне закона. Министерство юстиции Украины подчеркивает, что право граждан на свободу объединения в политические партии гарантировано Конституцией Украины и является нерушимым.